Итак, я рассказываю про Розу. Девочка чудная, я с ней очень много разговаривала. Что было? Шабарин ей подарил колье за 500 000. А я так кочервей говорил, он нищий. А? А кочервей говорил, он нищий. В смысле? Ну вот он ей подарил колье за 500 000. Да? Может, в так... день, когда она шла на девичник. Ну. Вот. И все, она его простила. Естественно. Ну, как надо. Я ей сама сказала, слушай, у нас, говорю, изменяют практически все мужики. Я говорю, а никто не дарит. То есть они изменяют и еще говорят, что ну ничего страшного. А тут чувак изменил, плакал, но он даже не было этого. Поняла, да? Ну, не было измены. Проникновения не было. Он уснул. Как уснул? Короче, эта девушка сказала, я сейчас пойду переоденусь, ну, помоюсь или что-то там, в душ пошла, вернулась и все. Вот это я понимаю. А он уже спит. Вот это мужик. И он, так что было? И он ей сказал, что, нет, знаешь, мам, я поняла, вот если бы мой мужик изменял вот так вот и дарил такие подарки, я бы это... Согласилась. Я бы согласилась. Конечно. Мама, моя пишет, наша Женя говорит, дорого, говорит, стоит руки в чужих трусах погреть.